Здравствуйте! Меня зовут Наоми Сегерс, и сегодня я хочу бросить на Самару свой нерусский взгляд. О каждом народе существуют предрассудки, стереотипы. Белгийцы, например, скучнее, немцы слишком аккуратнее, французы претензиозные и, конечно, русские суровые. И я всегда думала, что в каждом стереотипе есть маленькие доли правды. Хотя, честно говоря, про русских я не совсем могу понимать, почему за границей многие думают, что вы такие люди без эмоций. Факт, что вы меньше улыбаетесь, чем мой, это для меня понятно. Когда я стою на остановке при минус 30 градусов и должна ждать транспорт полчаса, у меня тоже нет охоты улыбаться. Кроме этого, я про русских совсем наоборот думаю. И могу сказать, что это именно мы, западные европейцы, которые с суровием. Для меня вначале было сложно принимать, но в России ты действительно имеешь право показывать свои эмоции. Не только, когда они положительные, но особенно, когда они отрицательные. Слезы, улыбки, крики, все можно показывать, и люди это принимают. На похоронах, в церкви, на рынке, в автобусе. Если ты на этот момент чувствуешь себя плохо или грустно, или ужасно хорошо, всегда есть тихое разрешение выражать эти эмоции. Так же, как отвечать честно на вопрос «Как у тебя дела?». В Западной Европе есть только положительный ответ на это. И положительно человек тоже должен улыбаться, потому что он обязан благодарить человека за этот вопрос. Это кажется странным, когда ты знаешь, что 90% этих ответов не искренне. И если люди потом узнают, что у тебя какие-то проблемы, они будут хвалить тебя за это. Будут говорить, ой, какой он хороший, столько проблем, и все равно это незаметно у него. Или, например, после похорон в Белгии есть одно популярное предложение. Ну, типа как комплимент. Говорят, ой, какой она молодец, даже не плакала. Я подумала, если нам даже на похоронах нельзя плакать, когда мы можем? Это именно как-то типично для нашей культуры. И мне кажется печальным. Конечно, плакать в автобусе тоже нежелательно. Но иногда искренне выражать свои эмоции необходимо, чтобы быть счастливым. Это была я, Наоми Северс, и мой нервский взгляд. Do wie Daniel